покупались, кайф поймали. Вон сколько голов, да? Маленькая панорама. В этом домике в том году были, в этом в позатом. Это магазин местный здесь, один из магазинчиков. Это, скорее всего, даже не магазин, а павильон. Вот, его хозяйка сидит здесь приветливая. Здесь, пожалуйста, можно самый, называется, натуральный продукт получить. Представляете? Вкусный. Уже скушала одну баночку. Как зовут? Арчи. Как? Арчи. Арчи. Как бы сразу ты не скажешь слово. На год зарядка конкретная. Вообще, вот мы сколько себя чувствуешь. Вот, целый иммунная год. Система, да? Вообще, да. Ни простуды, ничего нету. Как вообще. Спина, суставы. Все-таки в нашем возрасте все это актуально. Обалденно. Желудок. Друзья, всем привет. Вы на канале Дядя Вова из Сибири. Вот очередная поездка на Плахинские озера. Покидаем город. Последние кадры. Это уже выезд из города. Впереди 500 километров. Будем говорить интересной дороге. Вот, ребята, 5 часов. И мы на пароме через Бирюсу. Позади 400 с лишним километров трудной дороги интересной. Кому более подробно хочется узнать об этом участке, посмотрите мои предыдущие видео. Вот это гора, так что все по-прежнему, ничего не меняется. Ну, друзья, мы на Плахино. Второй день нашего пребывания. Так, вот мы устроились. Машинка, кто нас привезла сюда, спасибо ей. Nissan Kida. И наш домик 19-й. Здесь мы живем, быт, вот, воды полно, газовая аппаратура, то есть вон баллонов еще газовых, чертова куча, помойники, часы, вот стол, один стол, второй, вот кротаем здесь вечера, а это вот наш домик, там тоже еда. Вот так вот расположились. Все замечательно. На всякий случай есть, конечно, и обогреватель. Знаем мы времена холодные, поэтому газу набрано. Ну и запасной, плитка запасная обязательно. На 220 даже есть измельчитель, потому что у меня есть преобразователь на 212 на 220 вольт, солнечная батарея, которая заряжает аккумулятором днем, а вечером можно использовать ее как электростанцию, аккумулятор как 220 вольт. Ну вот такой вот чудесный день. В этом домике в том году были, в этом в позатом. Это магазин местный здесь, один из магазинчиков. Это, скорее всего, даже не магазин, а павильон. Вот, его хозяйка сидит здесь приветливая, Наталья Ивановна, да, вот, это вот книги, да, если кому-то скучно здесь, ну, здесь довольно невесело, вот, можно почитать, взять, представляете, перевести назад, это вот вторая хозяйка, да, все красивые, все молодые, тут не старятся на этом озере. Это ассортимент, чтобы вы понимали, что здесь, ну, понятное дело, да, здесь есть, как говорится, если что-то забыли, здесь не беда. Это раньше, когда не было Натальи Ивановны, здесь была беда. Забыл соль или намочил, все, ты без соли. Хлеб промок или кончился, ты без хлеба. А теперь, видите, все есть. И от комаров, и посуда даже есть, все. Так что вот имейте в виду, что сюда можно уже и цивилизованно, сделано все цивилизованно. Холодильники стоят, хочешь мороженое, хочешь даже игрушки есть. Спасибо огромное вам, что вы есть. Четвертый день пребывания нашего на Плахино. Сейчас пойдем искупаемся вечером на грязи. Это вот что вокруг. Здесь, конечно, тихий район. Замечательный тихий район. Вот наш домик, машинка. И вот такая природа.
О, сосны. Классно. Погода, конечно, балует. Великолепная погода. Люди уехали, но они как? Уехали в четверг на 4 дня. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вот почему я люблю приезжать в воскресенье. Потому что многие как раз такое короткое, кто поблизости находится, короткое плечо, они приезжают там на 3-4 дня и воскресенье, потому что в понедельник, как он сказал, на работу, как я и думал. Вот там вот. Вечером экскурсию сделаем. Сейчас на озеро сходим, покажу вам озеро. Люди такими ходят командами целыми. Все там занимает очередь, шутка. А эта тропа дальше идет. Отдыхающих. На YouTube есть видео много. Даже с квадрокоптера даже. Так. Да. Вот такая тропиночка вниз. Начинается, видите, деревянные настилы идут. Идет деревянные настилы. И дальше идет по болоту, так называемому. Где только мошка, трава и сабельник. Это сабельник из положительных, что на этом болоте. Эх, ветер жалко. Кончился лес, а это уже чисто идем по болоту. Вахни, которым лет, наверное, по 30. Лет по 30 плахам этим. Ну вот, приходим уже на берег. Уже рядышком. Вот такие красоты. Березы, сосны. Ах ты, не заснял ту сосну, сосновый дуванчик. Все. Сейчас будет уже купальня. Маленько покупались, кайф поймали. Вон сколько голов, да? Маленькая панорама. Но это, ребята, при условии, что вон там идет огромная туча черная. Вон там небо все черное. Так что сейчас ливанет. Здесь люди надувают лодки. Все. А там вторая. Смотрите, как интересно, да? Где люди купаются, там такое желтое пятно. Потому что они поднимаются пропель со дна. Ногами. Там мелко же грязь. Сопропели рядышком. Вот так вот. Сейчас покажу вам. Вот такая панорама. Кому интересно, как это выглядит сверху, пожалуйста, есть на моем канале видео с квадрокоптера. Вы увидите, что творится за этим островом. Это остров, ребята, чистый остров. Сколько там брусники всего, ну и гнуса немерено, конечно. Тучечка идет. Сейчас даст нам дусту. Яхт, местных яхт. Да, вон какие крокодилы. Мне нравится это колесо, надо же такое. Вот там еще всякие прелести. Туча, туча. А это вот такие березоньки. Все время они маленькие, не вырастают на болоте больше. Хрум-хрум. 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 Вот так вот. Любимая сосна. Я называю ее одуванчиком. Представляете, как красиво, да? Сосна, одуванчик. Вот так вот, ребята. А это вот мы у ее истока. Вот она какая красота. Вот такой балдежка. Одуванчик мой. Там птички летают. Вот и пришел тот ливень, который должен был быть в субботу. А сегодня воскресенье. Вот так вот. Дождик лей, ветер дуй, нам в палатке хоть бы что. Не, ребят, конечно, домик и палатка – это большая разница. Смотрите, на улице дождь, а здесь веранда сухая, спальня сухая, с
представляете, да? Ну тут бардак, это мужское дело. Вот такое туманище сейчас спускается с горы. Смотрите, наверное, даже не видно будет, только контуры. Контуры вверху. Представляете, вот, вот это вот в тумане дерево. Вот контуры, такое туманище. То есть, чтобы вы поняли, для сравнения. Вот такой туман густой. Ну, вроде бы заканчивается. Подходит к концу. Там как бы небо голубое. Шучу, то есть хоть облака видно. Ну, а это идем к нашим старым знакомым, которые каждый год посещают это дивное место. Вот. Да, мы спите к вам. Долго. Спите. Ну ничего себе, мы уже столько сделали. Да, добрый, 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 добрый денечек, добрый денечек. Улыбайтесь, смотрю. Прекрасно, мы уже. Ну выглядит. Вторая неделя у нас уже. Вторая неделя, да? Мы 400 Вот видите, ребят, солнечные батареи, все как положено. Холодильник у них здесь. Я думал, телевизор там антенна, думал, тут обнаглели, думал. А у нас спутниковое телевидение. Мы мультики смотрим. А мы тоже любим. Накачали мультиков, у нас планшет висит. Ну понятно все. Книжки читаем. Ну молодцы. Вот сколько мы. А мы в вашем домике живем теперь. Прекрасно. Так что приходите на чай, ностальгия, чтобы приходите была у вас. Хорошо, да, мои родные. Чай, кстати. Вот. Ну-ка рассказывай, что если там такое. Раз попьешь, ты потом ночью приплывешь, скажешь, на ключи. Ну ладно, у меня такой рыбацкий, я на катере всегда делаю такой же чай, то есть в термосе, необыкновенный. Вот самая дальняя улица. Пойдемте, покажем вам. 24-й год. Как расположено. Домики. Много стало. Много. Вот такие щитовые были маленькие первые. Такие масенькие, масенькие. Потом появились вот эти дворцы. Так. А сначала были вот, вот эти масенькие домики. Вот в них жили где-то лет 20 назад. Только они были. И даже не было, по-моему, грязи лечебницы. Нет, по-моему, была. Вот такая вот улица. Здесь идет торговля. Вот здесь у нас, видите, какие хоромы, да? Кстати говоря, вот там один двухэтажный, сейчас покажу. Сказали, что сгнили перед подъем на второй этаж, только используют первый. Здесь, пожалуйста, можно, вот, вот здесь, пожалуйста, можно, самый называется натуральный продукт. Получить, представляете? Вкусный. Уже скушала одну баночку. Да, значит, расскажите ассортимент, пожалуйста. Особенно мне понравился. Мед и сотый, перга есть, прополис. И прополис. И настоечки есть. И медовуха. Медовуха, да. И пихтовое масло. Пихтовое есть. Масло. Вот и так вот. И травки, все есть. Все здорово, ребята. Вот так что приезжайте, берите натуральный мед. Поверьте, я купил, я в восторге. Таежное это на траве. Спасибо, я просто... на здоровье. Да. Приходите. Спасибо, еще придем. Вот такие вот. Конечно, она худая, она просто постриженная. Ну, и все. Я думала, она игрушку несет, а это настоящая. Он смотрит прикольно. Да он когда-то не лизал руку. Где мы эту лапочку снимем? Можно и тебя? Можно мы тебя покажем по телевизору? Ладно? И такая красивая красотка. Такая вот тебе собаку. Как зовут? Арчи. Как? Арчи. Арчи. Ой, ты Арчик. Ну. Хорошая собачка. Ну приходи к нам в гости. В 19-й домик приходи. Ну все, спасибо тебе, собачка. У тебя такие конопушки бабочками. Вот еще один пупс. Здорово. Ты чей? Местный? Со старыми друзьями поздороваться. Я что, не понимаю, что ли? А, просто пройтись. Показать быт. А? Сегодня еще нет. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Что ты не купаешься? Я на ванну хожу. Привет, Ген. Привет, дорогой. Привет. Привет, нормально, все хорошо. Утром три. Вот, так что ребята расположились, костры. А где вы берете эти самые бревна?
Уехали эти, уехали эти. Ну, понятно, как всегда, молодцы. Богатые стали. Вот быт такой у них вдвоем. Вдвоем приехали. И, как говорится, хорошо отдыхается? Классно, погода. Погода. Очень репортаж видишь. Ну, как погода, все замечательно, да? Отдохнули классно. Еще не отдохнули, да? Ну, нет, ну еще понятное дело, что здорово. Еще не совсем. Я так вас говорил опять, как всегда, как в прошлом году, помню, было тепло. Я говорю, как в прошлом году тепло было, помнишь? Ну да, ты, слушай, Андрю, ведь ты же посоветовал, я бы так же опять в 10-х числах поехал. Вот товарищ мне сказал, что как раз в конце... Ты не говорил, что когда приезжать ты. Ну да. Ладно, друзья, отдыхайте, пойдем дальше, посмотрим. Тут... Песики, целая команда. Ну что, новые домики вот эти, помните, в том первом, в 2003 году видео. Их только еще строили. Здесь работала пила постоянно. И они монтировали эти домики. Вот, пожалуйста, как разрастается. Ну и подходим к лечебнице. Веранда новая. Ну, расширяется. Бизнес растет. Лечебный бизнес. Ну вот, друзья, вот это грязелечебница. Вот теперь очень удобно стало. Раньше мы таскали воду вот по той тропинке. Представляете, там почти полкилометра. Было очень тяжело носить. Тем более гнус клюет так, что сил нет. А сейчас, пожалуйста, вот вода, накачанная насосом. Подходишь, он даже воронка есть. Набрал и пошел. В машину поставил и спокойненько. Спокойненько увез к месту, к своему назначению. Магазинчик второй, но он закрыт сейчас, видимо. Перерывчик небольшой у хозяйки. Все. Это сама грязелечебница. Вот такой большой комплекс. Он многолучевой. В каждом луче ванны. По 10 штук, по-моему, ванн с двух сторон, да. Как принимают ванны и устройства грязелечебницы внутри, смотрите в моих предыдущих видео. Все подробно показано. Это вот был раньше административный корпус. Теперь, видите, здесь люди живут. Какие-то бочка, массажи и все прочее. В том году мы вот там последние два дня жили в палатке. К сожалению, второй год я здесь, и площадка просто, кроме ребятишек, которые балуются здесь, играют там. Народ перестал почему-то играть. А волейбол — коллективная игра. Сейчас, к сожалению, каждый за себя по отдельности. Это мы идем в комарятник. Сейчас маленько засниму там чуть-чуть. Там все меньше и меньше народу. Ну да, все перебираются. Все перебираются туда, где меньше гнуса. Меньше травы, меньше гнуса. Все просто. Люди ищут, где рыба, где глубже, человек, где лучше. Вот так что. Ну вот это подходим к комарятнику. Вот такие интересные сосны. С них в войну брали живица. Они все изрезаны, то есть для того, чтобы текла живица. Это и канифоль, все прочее, в военных целях. Ну, здесь все меньше и меньше, все перебрались туда. Вон какие дуванчики стоят. Целый сериал. Так. Ну вот, вот и все. Я все-таки надеюсь встретить своего друга. Мы с ним 5 лет вместе. Каждый год были. Доброго здоровья. Доброго. Священник в синагоге. Ну вот и все. Это конец. Конец нашего. Все. Дальше пусто. Обычно здесь все было забито, теперь перебрались люди, видимо, туда. Сосны балдежные, да? Жук. Вот такие стоят одуваны. Иду назад, это вот центральная улица, сами понимаете, здесь все. И грязелечебница, и домики.
Вот грязь лечебница. А это вот котлы, в которых нам нагревают воду и, то есть, наполняем мы ванны. Там холодный котел, здесь два горячих с кипятком, молодцы сделали, народу много стало. Топит очень просто, вот такими чурками, представляете, просто туда загружают. Вот такие чудища, огромные чурки загружают. Вы видите, огонь горит в одной и второй. А раньше бывало не хватало горячей воды, потому что котла одного не хватало. Теперь два котла работают. Там и там, видите, горит огонь. Здорово. Ну вот это заготовки дров. Это уже с другой стороны. Щелкают дрова. Ну вот круг замкнулся. Там пришли, закольцевались. Ну, опять дома. Конечно, жить в палатке интересно, но, ребята, Сибирь, тайга, мошка, потом дожди бывают очень часто. И когда ты сидишь, там у тебя спальня, здесь у тебя кухня, в палатке, конечно, такого нету. Ну и холодно бывает ночью, все-таки в домике теплее. Ну вот, друзья, вы дождик. Время сколько? Время. 4 утра. Так. Очень интересно. Там туман в горах. Так вот, представляете? Здесь все четко, но сейчас он прошел. Сильнее был. Пока я собирался его снять, он куда-то делся оттуда. Вот такие вещи. Мы надеюсь, что не на весь день тучки такие. Шестой день нашего пребывания на Плахино. Время сейчас 15 минут первого. Гамак намок. Но всю ночь и вот уже полдня идет, не переставая, дождь. Видите, лужи наполнены, то есть земля уже не принимает. Подъем в гору, которая там же подъем, а гора состоит из покрытых этой красной глиной, скользкая, как мыло. И вот, если вы помните, раньше там наверху, когда машина подъезжает наверх, было такое правило, ну как это, традиция, посигналить, типа того, что прощаюсь, еще приеду. Вот ни одного пипи нету, потому что подняться невозможно, ребята. Такая крутая гора и глина скользкая, как мыло. Поэтому вот такая штука. Льет уже сколько часов? Да, наверное, часов. Если он часов с трех льет, это получается 3:12, 3. То есть 9 часов, не переставая, льет. Льет. Капает. Тут у нас в баночку. Капает в баночку. Бульк. Ну что сделаешь? Старенькое все. Ну зато. Здесь капает. Но это не в палатке, друзья. Конечно, в палатке намного труднее. Друзья поехали. Одна команда собралась в такой дождь. Не знаю, как они подымутся. Но потом расскажут. Вот так выглядит досуг. То есть гамак. А вот так выглядит погреб на Плахино. То есть делается ямка. Обязательно берите с собой лопатку. Ну, есть готовые. Вот есть готовые. То есть видите, когда. То есть, ну, это вот накрывается ямка. Приямок. И продукты ложатся. Продукты ложатся в ямку. И поэтому с северной стороны где-нибудь, чтобы солнце не попадало. Накрывается или пенопластом, или клеенкой. Все. И класс, и все холодное получается. Продукты хранятся дольше. Вот. За березкой. У людей генераторы работают. А вот такая грязь, ребят. Уже после дождя прошло сколько? Прошло 2 дня. Вот такая грязь. Это здесь на вершине. Что будет там? Завтра увидим. Собираемся домой уже.
Народу много уехало, потому что дождь, кто-то заранее уехал, кто-то не приехал. Добрый вечерок, что ей объяснить ей? Надо идти купаться. Надо купаться, и все вот встретили. Ты что, меня снимаешь, встретились, да? Ну да. Ах ты хороший человек. Встретили блогера. Да, мы здесь договорились. Я вот про Володю уже говорил. Договорились быстрее увидеться, и вот увиделись, как... Как? Да, только немножко по времени разошлись, но все равно ничего, увиделись. Все равно увиделись, да. Ладно, пойдем к друзьям. Как отдыхается, ребят? Хорошо? Хорошо, хорошо. Классно, замечательно. Особенно некоторые. Не, вот так вот. Вот так вот. Вот ну, молодец, все правильно. Добрый вечер. Вечер добрый, господа наши. Гостеприимные наши люди. Заходите. Это садитесь. Наши старые знакомые Юрий, Оксана. Скажите, пожалуйста, как, во-первых, сколько вы отдыхаете здесь по времени вот сейчас, в этом году? Вот будет четвертый раз уже. Четвертый раз? Да, четвертый раз, мы отдыхаем по 14 дней. Здорово. Вот мы приезжаем на 2 недели, четко на 2 недели приезжаем и... Молодцы. Помогло от чего-то? Ну, как бы сразу ты не скажешь, но на год зарядка конкретная вообще. Вот мы сколько себя чувствуешь, вот целый год. Иммунная система, да? Вообще, да, ни простудок, ничего нету. Как вообще, спина, суставы, все-таки в нашем возрасте все это актуально. Желудок. Желудок, у меня вообще, да. Желудок, да. Вот и желудок. Я, кстати, из-за желудка приезжаю сам. Нет, ну можно, конечно... Можно сделать запас, это самое, сникерсов сделать запас, да, ведь? Да, но знаешь, как-то домой, когда берешь, оно... Не работает. Оно, во-первых, да. здесь сникерс, друзья, это плахинский сопропель, а их 4 типа. То есть верхняя манка, потом, значит, идет кремовая, ой, это самая серая, это вот для кожи, для от всяких псориазов, от всяких кожных заболеваний, потом идет, значит, кремовая, это уже, ну, типа маски для лица хорошо идут, и вот это черная. Не черная. Какая? Не черная. Черная она после того, как полежит, а когда она из сопропели, она как печень, ярко, не ярко, она красная, как печень. Ты посмотри, да? Да, друзья, правда, я честно... Я видел. Нет. Розовая, видели. Когда, ну, не розовая, она, нет, какая? Розовая это кремовая, можно здесь путать. Именно цвет... Вот печень и консистенция, то есть мягкая она как раз ее нажал языком, вот, но комками она идет, вот, поэтому этот желудка это великая вещь. Дома привозишь, она черная, как-то уже неприятно, понимаешь? А здесь в ванну, ну у меня видео есть же, я в ванну, когда она, и я начинаю разбирать, ну маленько воды налил, да, нахожу ее, и она, я, ну значит вам просто в темноте, а когда светло, ярко, ну ярко, ну как вот как печенка, темно-красная такая, приятная такой, даже может краснотой, именно как с кровиночки. Так что вот так. Дома, конечно, не то. Вроде и воды везем туда, и сопропели, и я вам сколько загубил, не ну дай да, бог. И всем говоришь, давайте, пейте, и никто ничего не видит. То есть, ребята, все здесь. Все здесь, весь микроклимат. Здесь и аура, и желание лечиться. А дома, во-первых, ты приезжаешь здоровый. На какой черт? Чуть лечится, какого черта это жрать, когда ты уже какой здоровый? А вот здесь, да, сюда приезжаешь, конечно. Нет, точно. Вот, ну замечательно. Быт, конечно, у вас тоже замечательный. Все газ, все солнечные батареи. Привыкли, что вот. И сабельник мы собираем, видите? Молодцы. Ну я пока еще до этого не опустился. Нет, ну было время. Я говорю, брал на комарник, сапоги, охапку огромную. Ну, конечно, все пропало. Потому что что, ничего не болело, что там было? А сейчас уже как-то и уже не полезу туда, проще купить. Не, нормально. Сабельник, друзья. Вот такая вот. Давайте. Что мы уже сделали. Так, друзья, а это вот сейчас хозяйка нам расскажет. То есть берется, режется вот сабельник. Так. Дальше плотненько набивается и заливается. Самогоночкой. Ну или водочкой, у кого есть. Да. Ну, да. И в темно, в темное место, и сколько она хранится? Я имею в виду созревает. Созревает 40 дней, да. Так что и вот. Все, потом и можно лечиться, и да. Суставы, значит, и... Значит, втираешь в суставы, правильно, да? То есть да. Чисто... Да, ну, пропиваешь. Даже вовнутрь есть, да? Вовнутрь, да. Здорово. Маленькую ложечку берешь. Опа. Листочки вот мы вовнутрь, всегда в чаек.
очень полезно. Чаёк. Ну я говорю, я привозил это все это. Ну сейчас цветет, смотрю, да? Ну да, он же отцвел уже, что-то нормально. Это есть. Отцвел уже. Все понятно, можно дорогие брать. Друзья. Ну молодцы, так, все хорошо. А так просыпается Плахина. 8 утра. Люди идут купаться на процедуры. Хозяйка уже на месте, на своем боевом посту. Сейчас собираемся домой. Надо ехать. Грязь подсохла, я имею в виду дорога, а то грязь и сопропели. Все время путаем. Ну вот. Сейчас полетаем на квадрокоптере, потому что солнца, вчера солнца не было. Угол хороший для фактуры, тени красивые. Будем летать на квадрокоптере. Ну, грязь, конечно, еще, дороги еще, будем говорить, непростые. Вот такие дороги. Здесь всю ночь работает день. Генератор людям не дает жизни. Подготовили площадку. Оператор на высоте. Да, уходи от кустиков. Да. Вот так вот, ребята. Пошла. Начинаю прямо отсюда снимать, да? Ну, повыше поднимайся, да. Давай на 50 метров. 50 метров здесь нету сосен, поэтому... Сколько у тебя высота? 35. Ну, давай до 40, все нормально. Можешь снимать, все помещаю. Да, все. Да, делай. Да, 50 делай, будет пучком. А вот возвращение блудного сына. Да. Ну вот, друзья, и закончился 8-й день пребывания нашего озера. 8-й день пребывания на этом прекрасном-прекрасном озере. Шмутки собраны, все столы, все сумки, все электроника положена, собрана, все в кучу. Там тоже собираются удочки. Домик убранный, все чистенько, все убрали за собой. Все помыли, все чисто. Ну, в смысле, не помыли, а все прибрали. Спасибо, домик. Спасибо домовому, домовому, что нас приютил. Так что... Будем надеяться, что на следующий год опять где-то здесь мы будем пополнять свое здоровье. Ну вот такой домик. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Я имею в виду домовому. Интересная фамилия. Турубаровой. Если Боровой, то просто этот... Озеро называется Боровое, а тут Боровой. Туру Боровой. Закрываем замок. Замок, видите, какой, какие тут воры крутые. То есть замки настолько... Сейчас. Замки настолько мощные, что ни один главный, ни один медвежатник не сломает. Вот такое. Такое очередное приключение в Сибири. Сегодня многие уезжают, потому что грязь подсохла. Вчера был сухой день. И сегодня люди просто массово уезжают. Ну все, мы пошли на выход. Кордон проезжаем. Ну, дорога, видите, более-менее подсохла. А тут ребята говорят, на УАЗике такое было. То есть страшно было не подниматься, страшно было спускаться. То есть машина как на мыле была неуправляемая. Тянула куда хочешь, никуда ты... Тебе надо туда, куда хочешь. Сейчас все подсохло. Ну, посмотрим сейчас. Это еще не самое плохое место. Сейчас будет подъем кверху. Вот дорога на Плахина. Была. По ней мы раньше ездили. А теперь пошли на почту. Здесь было 5 километров. То есть на Плахина 5 километров. А здесь 18, друзья. Вот такой дороги. Но это еще не дорога, это праздник. Такая, ребят, красивая дорога. Возвращаемся домой. Да, лес горел.
сосны, ворота в рай. А вот. Панорама Санкт-Петербурга. Возвращаемся уже в Канске. Настроение супер-пупер.